Так, нормально все со звуком? Мы проходим майн. Можно и сказать так. Я играю на геймпаде, потому что на телефоне так неудобно. Только я уже не играл месяц. Так, отключаться. Вот это придвигать. А что делать? А ничего не делают. Бежать я помню как. Поворачиваться как. Это бить. Это вроде подбирать. Не это взаимодействовать. Что это? А кто это вообще такой? Извините меня, конечно. Но кто это? Нормально все со звуком? Скажите, пожалуйста, громко или нет? Я имею в виду со звуком Майнкрафта. Паук. Где-то паук. Паук. Слышите, паучар где-то. Он, наверное, подо мной. Пещерка. Так. Дерево. Паук и реально подо мной. Так. А как включать инвентарь? Так, инвентарь. Где вы, мышка? Вот тут мышка. Играю я на геймпаде. Кто только что пришел. Опа-на, трещина. Так, прыгать пока что не буду. Блин, я забыл. Я хотел тебе поставить это. Сохранение инвентаря, потому что я по-другому не умею Майнкрафт играть. Но. Слышали? Призрак. Овечка коричневая. Повезло. Это на везение. А что в Майнкрафте нужно делать? А, вспомнил. Нужно скрафтить верстак. Да. Так, верстак. Теперь нужно мне где-то... Вот здесь, я потом домик построю. Ты еще будешь выпускать видео, где ты дрешься против кого-то и спрашиваешь меня повар? Конечно. Так, а как ставить вот так? Короче, я очень давно играю в эту игрушку. Ты что, уже все забыл? А, ну дело в том, что я в основном Майнкрафт играю на стримах. Я в Майнкрафт на геймпаде уже месяц наиграл. Не, не месяц. Слишком привык. Так. Свинья. Эрмира, ты в Майнкрафт на ПК играешь? Последнее время нет. Ну, я в основном играю только в Майнкрафт на геймпаде, на стримах. Я не почему так долго не был стримов. А вот это я не знаю, как ты. Можно в основном просто другой анимации. Я анимацию делал новую. Кстати, кто не видел, посмотрите. Вышла новая анимация, где Шингодила. Это где 2016-го, дается с кловером. Так, получается, что мне нужно? Мне нужен медь, топорик и кирка. Все остальное более-менее не нужно. Да? Вроде бы. Скажи мне странного порталгана. Я думаю, его уже не будет. Хотя я могу сделать еще две серии. Так. Так, как прыгать? Спонял. Так, свинка маленькая мне вообще не нужна. Потому что из нее и так ничего приготовить нельзя. Так, а чего его сном я ищу? Сейчас мне нужно найти какую-то шахту, чтобы добыть камушек. И чтобы сделать каменные вещи, да? А, ну тут и камушек. Ты любишь котиков или собак? Не любит их. Я вообще не знаю, кто их не любит. Тот, у кого на них аллергия. Я вообще обожаю и кошек, и собак, потому что они милые. Так. Так. Что мне сейчас нужно? Ну, а, ну да, получается. И мне факелы нужны. А я помню, мне там рассказывали, как сделать древесный уголь. Для этого нужна вроде береза и другое дерево. Блин, начинается вечер. А я вот этой шахте застрою сейчас. Так, я ж печку еще не сделал. Нужно печку быстренько сделать. Так. Быстренько выхожу. Погоди-ка. Мне нужен инвентарь, да? Блин, сейчас ночь идет. А мне нужно успеть все сделать. Получается, вот так вот, за место веточки. А вот это... Вот эта пятерочка будет за место мяса. Или что это, кожа. И сейчас быстренько я тупо вот сюда ложу верстак. Вот здесь. Быстро крафчу печку. Где? Крафты. Сейчас нужно по-бырому делать. Сейчас монстр появится.
кнопочка. Где? Сюда. Ориентируюсь тупо на лошадь. И получается, беру это, и из этого я сделаю это. Эти факелы. О, хоть бы сработало. Ура, работает! Слышали, эндермена? Идите-ка. Сейчас, погоди. Как ломать? Точно вот так. На какой версии ты играешь? Ну, я не знаю. Это Minecraft Pocket Edition. Ну, это, наверное, самая недавняя версия 1.16. Точно, вот так скажу. Это самая недавняя версия 1.16. А по 2 я имею в виду Майнкрафт. И потом будем еще рисовать. А буду я рисовать то, что вы мне скажете. Кого сделаешь, готовим сиреноголовым? Кстати, насчет этого готовим. Это у меня новая рубрика такая. Видели, там вот появился плейлист, в котором только одно видео, а готовим с Cartoon Cat, называется плейлист. Канал Яромир 14. Это будет что-то, эта рубрика будет что-то типа телеканала. Это типа телеканал, на котором передают разные вещи. Например, я уже новую серию делаю, и в ней будет что-то типа «Что если?» Вот на такую рубрику. Короче, это что-то типа телеканала будет. Так, получается, что мне нужно? Зомбарь там ходит. А, это за... это да там. Погодите-ка, прыжок. Прыжок. Да, это там. Скоро у тебя будет 3000 подписчиков. Так. Я думаю, можно еще факелов сделать. Ой, уголь! Ура! Тут речка какая-то. Сюда я уже не пойду. Я пока что буду исследовать пещеру, а потом уже буду копать. Когда продолжение странного порталгана? Я еще не знаю. Блин, сюда я тоже не пойду. Точно упал. Короче, факел его собираю. И здесь тоже его соберу. Все-таки я в этой пещере только на ночевку. Ты на компьютере играешь? Нет, я играю на телефоне. Когда ты пройдешь Майнкрафт полностью? Я же не... Я не этот. Как его там? Короче, я не могу предвидеть. Ну, я скажу так. На компьютере я лучше всего играю. На клавиатуре. А у меня Bluetooth клавиатуры нет. У меня только геймпад самый лучший, что у меня есть. Что это за звуки? Геймпад самый лучший, что у меня есть. Они вроде только в шахтах. Я мне всего лишь немного чего добыл. Там я на всякий случай оставлю его. Так, ну больше тут ничего особенного нет. Уже светает вроде. Так, кстати, я тоже отсюда. И отсюда тоже. Ложу сюда, чтобы пожарить жрачку. А у меня, кстати, сколько еще? Так, я пока что вообще есть не буду. Вроде светает. Ой! Ушел. Не происходит ничего. А там паучара. Сейчас я жду, пока утро начнется. Хотя это будет не скоро, поэтому можно подраться с монстрами. Дайте так. Примах. Вроде донат можно только с 1000, хотя я не знаю. Давай первый Румир зомби в апокалипсисе. Не, я думаю, фильм этот у всех есть. Я думаю, это будет интересно. В сотый раз смотреть какой-то такой подобный фильм. Я думаю, лучше сделаю фильм о своем выдуманном Годзилле, о моем именно. Я зашел в DS сервер. Ну, я потом посмотрю, сейчас я там не могу ответить. Потому что я на стриме. Сейчас играю. Ура! Все утром можно собирать. Манатки. Так, сейчас, что мне нужно? Топориком. Топорик. Так, ну я не знаю, как нам донат нужно. Зайти в инвентарь. Поменять местоположение. Сделать так, что печка будет на место железа.
а уголь, ну, там останется.